Привет! Тут я, Типот, и я попробую себя в Майнкрафт-мифологии. Сначала я расскажу про странности, случившиеся со мной при игре в Майнкрафт Классик по сети. До этого я уже играл в этом мире. Первым делом я заметил, что фигурка Стива искажена. Вода часто меняется на лаву. Слева я заметил силуэт, и вдруг у меня вылетел Майнкрафт. Плюс на бете 1.5 добавили бесконечный мир, тестовое небо и куча данжей. Но если попытаться дойти до края мира на координатах 1024, тестовое небо заканчивается. На 60-тысячных координатах хитбоксы начинают терять свою форму. Начиная со 130 тысяч, промежутки между чанками искажаются. Эти эффекты удваиваются на координатах в два раза больше предыдущих. А с 2 миллионов эти эффекты становятся настолько серьезными, что под определенным углом кажется, будто сериал страшно снимаем. На 16 миллионов блоки больше не являются сплошными. Игрок будет проваливаться сквозь них. А на 33 миллионов генерируются далекие земли, о которых слагали легенды. Фильмы, сериалы, бутерброды. Вот бы сейчас поесть. О чем это я? А на координатах максимального 32-разрядного числа ландшафт полностью исчезает. Игра вылетает. Что самое странное, после нескольких обновлений выходит альфа, где обнаруживают Херобрина. Да где выход отсюда? Черт, фонарь упал. Давайте разберемся, что же делает Херобрин. Он строит пирамиды из частей ландшафта. Узкие туннели, 2x2 блока. Поджигает или уничтожает листву. Строит подземные коробки из булыжника, что напоминает сокровищницы. Освещает все красными факелами. Цель следить за игроком. Все сходится. Херобрин существовал до этого? Нет, он пришел за мной. Нет. Свои догадки можете писать в комментариях. А мне нужно выбираться.